Так. Нам показывают команду Black Swan. Поехали! Поехали! Ага, обрати внимание, Black Swan поменяли тактику. Белка уже не бежит сразу за флагом. Они сейчас будут от обороны или через змею работать, вот. Да. Боец уже, кстати, хорошо, в змее. Продуктивно, молодцы. Ну, на самом деле, с другой стороны, бойцы в змее. Ага, да. Смотри, как Black Swan синхронно занимают полигон. Да, видно. То есть, они примерно на одном уровне. Опа, смотри, опа. И поехали. Чик забрал. Кстати, обошли, обошли в спины, все. Вопрос о приводах АК. Посмотрел, шарик прилетел. У бойца команды Black Swan. Да, есть калаш. АК. Есть калаш, все. Вот. Можно закрывать трансляцию. Зафиксирован калаш. Зафиксирован калаш, да. Из-под сумка тут уже раунд кончится. И ни одного пулемета. Поехали. Так, ага, смотри, как агрессивно. Минус 2 сразу у Black Swan. Оп. Смотрим, что у нас. Black Swan опять обошли. Да, но у нас сейчас, смотри, сейчас ситуация сложнее. А нет, смотри. А нет, да. Я не видел, что произошло, но, по-моему, там Black Swan вынесли. Как говорится, нет-нет, да и да. Всех с фланга. Ну, тряпка у Black Swan, плюс 25 очков. Сейчас нужно ее только донести. Да-да-да. И лучше, чтобы противник остался жив. Есть. Есть, но, по-моему, не было живого. Да, там уже, по-моему, никого живого не было. Молодцы.